Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Абазин Холиплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, наконец-то добавили ценные призы, и в этом ролике я вам расскажу, что вам лучше купить для того, чтобы реально заработать. И чтобы просто не впустую потратить свои стишки, поэтому смотрите видос от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и конечно же, не забывайте про самый лучший промокод, пишите слэшем. Седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому берите, вводите его, получайте свои бабки, просто регистрируйтесь, вводите промокод, с помощью квеста максимально быстро качайте уровень и получайте бабки. Ну а я всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, давайте сначала посмотрим, почем вообще продают снежки, потому что все-таки цены добавили. Интересно вообще, цены поменялись или нет? То есть снежки там продавали по 1300, по 1000 иногда. Ну, как я вижу, то, что цены на них не упали и не выросли. То есть цены остались, в принципе, такие же самые. Да, кто-то там жестко завышает цены. Ну вот, по 1500 можно купить. Наконец-то, как вы понимаете, добавили призы. И я вам сегодня просто это все покажу и расскажу, что все-таки лучше купить, чтобы как бы заработать. Кто желает заработать, то смотрите это видео от начала до конца. И в целом я выскажу свое мнение по снежкам, по ценам, как бы, что сколько стоит, что завышено, что занижено. Там. То есть полностью расскажу вам мнение о, получается, ценах, что я об этом думаю. И дам вам просто некоторые советы, которые вам помогут заработать. Поэтому, пацаны, я думаю, обязательно можно поставить лайк, можно как бы подписаться на канал, потому что давайте уже наконец-то добьем 22 тысячи, пацаны. Ну, реально чуть-чуть осталось, потому что кто-то подписывается, кто-то отписывается. Подписывайтесь, ставьте лайки, давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду реально очень сильно благодарен. Ну что ж, дамы и господа, давайте посмотрим вообще, какие у нас цены. Итак, рулетка, как бы это неинтересно, как бы VIP, шапка там и так далее. То есть, ну это мне не интересно. Давайте посмотрим Audi. Я бы вам советовал купить Audi, потому что она дешевая. 4000 снежков. Это вообще просто копейки. Можно за 2 часа на лабиринте заработать. И она едет с первым чипом примерно 250 километров. Тем более такая симпатичная Audiшечка, как бы 4-местная. Я себе тоже хочу купить, как бы сегодня, думаю, накоплю и заберу ее себе. Тут еще, пацаны, нужен, кстати, уровень Amazing Pass. У меня уровень Amazing Pass 21, а мне надо вкачать хотя бы там примерно, какой мне нужен. 25-й, пацаны, мне нужно вкачать. Но думаю, за 2 дня, в принципе, вкачаю. Насчет военного КамАЗа, пацаны. Честно, я не знаю, есть смысл его покупать, потому что их там продают, по-моему, по 5 миллионов, если я не ошибаюсь. На ваш вкус и цвет, насчет КамАЗа ничего говорить не буду. Получается, Volvo VNL, пацаны, 25 тысяч снежков. Это как бы много, на самом деле, потому что такую машину с Нинта продают за 25 миллионов. А вы как бы ее купите вообще полностью стоковую, получается, без нитро. Ну и сможете ее продать там за лямов 17-20, может быть. Для заработка я бы вам не советовал ее покупать. Так, насчет там спецочков, как бы дорого, пацаны. Насчет ваучера, пацаны, та же самая ситуация. 750 снежков за 5 ваучеров, это тоже, мне кажется, дорого. Поршик, пацаны, поршик реально дешевый. Я вам советую его приобрести. 18 тысяч снежков за такую свеженькую эксклюзивную машину, мне кажется, это вообще копейки. Поэтому я вам всем советую его приобрести. Тачка ей там примерно 260 первым чипом. Довольно-таки хорошая, симпатичная. Итак, пацаны, насчет слотов, как бы, если у вас слотов уже много куплено за донат, то, конечно, лучше покупайте за снежки. Вот перейдем к заработку, пацаны. Если вы реально хотите много бабок заработать, то покупайте просто много, получается, гидравлики и много закиси азота. Почему? Объясняю. Гидравлики и закиси азота нету в рулетке. То есть она есть только на ивенте. А ближайший ивент будет не скоро, скорее всего. После этого ивента нитро и гидравлика будет цениться. И их можно будет продавать там по 15 миллионов, по 20 миллионов. То есть я вам советую купить максимально много гидравлики и нитро. Берите просто, покупайте максимальное количество того и того. Я не знаю, что из этого лучше, мне кажется, лучше нитро будет, потому что там будут новые машины добавлять, и нитросик многие себе захотят на машину. Насчет, пацаны, рамок ничего не могу сказать, как бы, да, там добавили новые эксклюзивные рамки, там BMW, там прикольные рамочки добавили, я не спорю, пацаны, как бы я не шарю, как бы, сколько они будут стоить в будущем. То есть, да, если вы хотите выделяться, вы можете купить себе эти рамочки, там, допустим, на BMW, там M-Power есть, там Smatra есть, поэтому, кто хочет выделяться, кто хочет прям быть таким козырным пацанчиком, то можете покупать рамки. Насчет цены ничего не могу сказать, потому что, пацаны, это эксклюзив реально. Второй чип.
20 тысяч снежков. Ну, мне кажется, дорого, потому что, ну, второй чип, как бы, продают там по 10, по 15 миллионов, и отдавать за него 20 тысяч снежков, ну, мне кажется, это реально дорого. Итак, фланкер, пацаны, 40 тысяч снежков. Ничего не могу сказать, не знаю, сколько эта машина едет. Ну, тачка прикольная такая, симпатичная, типа, это такой дрифт-корч, получается, русский. Кто не знал, пацаны, это русская машина. В принципе, скины, как бы, недорогие, мне кажется. 15 тысяч снежков за скин, ну, это вообще полностью адекватная цена. А, получается, неончик, да, пацаны? Дорого. Реально дорого, потому что, ну, неон можно купить там за 15-20 миллионов. И покупать его за 30 тысяч снежков, если снежки покупать по 1000 даже, то это выходит 30 миллионов. Поэтому это максимально невыгодно. А следующее и последнее, пацаны, самое, наверное, дорогое, самое лучшее здесь, это аудиосистема, 65 тысяч снежков. Я считаю то, что в целом это не особо дорого, но для перепродажи, пацаны, я бы вам не советовал покупать. Аудиосистема есть в рулетке. Со временем их продают, как бы, и покупать их там много штук, ну, типа, по сути, нету никакого смысла. Да, вы можете купить аудиосистему, допустим, оставить ее в призах, и когда добавить пиздатую тачку, на нее поставить аудиосистему, и потом эту тачку продать за очень хорошие бабки. То есть, что я, пацаны, отсюда буду забирать? Кому интересно, буду забирать, получается, гидравлику и нитро. Обязательно буду забирать. Гидравлику хочу на магнум поставить, нитро хочу поставить на ешку. Заберу ауди, чтоб просто была, пацаны, чтоб была просто тачка с ивента на память. Да и, в принципе, сейчас можно ауди, пацаны, купить чисто ради контента. Не знаю, у меня донатика хватит или нет. У меня как бы 600 доната. Надо слоте купить. Так, где тут у нас слоты? Купи дополнительный слот. Так, вот слот покупаем, короче. Все, теперь у меня 5 слотов. И давайте посмотрим, хватит доната, получается, чтобы купить. Так, обмен снежков. Так, 350 умножить на 5. Я не знаю, хватит или нет. Скорее всего, не хватит. 325, давайте обменяем. Чуть-чуть мне, короче, не хватает, пацаны. Но сейчас что-то придумаем. Может, сейчас снежки просто у кого-то куплю. Ну что ж, дамы и господа, я накопил как бы 4000 снежков, ну, купил некоторые накопил только что на лабиринте, у меня ровно 4000, и давайте купим Audi. Мне вот интересно, какая у него вообще хвостка реально, типа. Так, вы получили приз, Amazing Pass Audi S3. Так, ее в призах надо забирать, интересно, или нет? Давайте посмотрим. Да, она в призах, кстати, есть. Так, ну давайте заберем. Мне вот реально интересно, какая у него госцена. Ух, ебать, какой аппаратик. Уху-ху-ху. S3, та ты шо. Та ты шо. Блин, она такая симпатичная, кстати. Ну реально симпатичная такая. Ой-ой-ой-ой-ой, ты шо, малышка. Бля, я, конечно, не фанат Audi, но она реально симпатичная. Она прям очень симпатичная. Так, госка 2 миллиона, кстати. Клиренс нету, отрицательный развал. Короче, полностью стоковая машина. Пока что я тюнить не буду, у меня бабок нема, пацаны, к сожалению. Но если вы хотите ролик, где я ее затюню полностью, то обязательно поставьте лайки и подпишитесь на канал. Сейчас, короче, попробую максималочку разогнать, чисто вам показать, сколько она едет. Ну, она такая реально, пацаны, пиздатая, четырехместная. Я вам советую реально ее купить, 4000 снежков, пацаны, но это реально копейки, поэтому сразу советую ее купить вам. Так, 220, да, она едет. Первым чипом, как я и говорил, где-то будет 250. Не, ну, по управлению, пацаны, ну, реально, она пиздатая, типа. У нее полный привод, пацаны, бля. Не, вот, мне кажется, вот они с ней реально продешевили, она реально пиздатая. Она очень пиздатая, и мне кажется, то, что они ее очень дешево выставили, типа 4000 снежков, для нее это реально мало. Если сюда еще аудио поставить, третий чип нитро, реально ракета будет, пацаны, ебнутая. Не забывайте, кстати, закупаться у нас в магазинчике, цены самые просто адекватные, на выходных вообще скидочки 77%. Отремонтировать автомобиль, там, грилочи купить, то есть можете реально приезжать закупаться, особенно на выходных, скидки реально очень пиздатые, такие скидок как бы никто не делает, можете приезжать именно сюда. Если что, пацаны, у нас на 02 сервачке цены за завышены, то есть там плюс 80%, поэтому цены сейчас будут, я думаю, максимально неадекватные. Ну, лям 500, в принципе, не так уж и дорого, на самом деле. Сигнализация почти лям стоит, 600 тысяч, и топливный бак стоит. Ну, короче, да, по сути, дорого, но были бы скидочки, было бы реально заебись, конечно. На этом будем заканчивать. Ставьте лайки, просто подписывайтесь на канал, покажите на этом ролике максимальную активность, я вам буду очень сильно благодарен. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.